Так, да нет, книга на самом деле убирай, просто мужская. А то мне спать одной. Ё-моё, блин. А ты нас сама не поняла. А ну его не читай. А то пойдешь гулять с Алькором. Спокойно. Откровенно разговор. Поза кошка. Или прием щёбля каитусного выравнивания. Вы хотите добиться старомодного одновременного оргазма в позе миссионера? Добьетесь, если смотрите, будет. Короче, не, все нормально. Если он перевернешь страницу, ты добьешься. Он лежит на спине. Он ложится на нее. Это мы читали. Нет, она лежит на спине. Он ложится на нее сверху всем своим весом, так чтобы его таз был расположен выше ее клитора, но еще обвивает его за бедра ногами, положив лодыжки за ее его икры. Это ж пиздец. Ё-моё. Нам еще и соус дали по комментариям. Большая оговорка. Данная поза подходит не для всех. Да. Если он значительно тяжелее ее, партнерше будет, по крайней мере, некомфортно. У тебя классная книжка. Вообще обалдеть. Без уплощения, это самый лучший подарок. Да.